Відкривай все, що любиш, з Мері Кей. Я теж сподіваюся, що хтось повернеться, і у мене буде можливість сказати: "Я хочу к тебе". Лучше не думать о том, кто проходит или не проходит. Надо просто выйти и сделать все максимально от себя. Всем привет, меня зовут Мариям Герасименко, мне 23 года, и я из города Минска. Это выступление я бы хотела посвятить отцу. 16 лет папы не стало, только сейчас я начала понимать, как мало я уделяла своего времени самому дорогому человеку. После потери этой, после осознания всего, научилась чувствовать музыку, которую пою. Я всегда помнила его слова, что невозможное возможно, и надо никогда не сдаваться. Этим двум принципам я и хочу следовать в своей жизни и двигаться только вперед. А до кого в команду хочешь, Мария? Не знаю. Посмотрим. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I get through this, or see what behind, that no one approving, so make me, I'm blind. But I'm only human, I'm too rude, you're only human, ой, ну что? I'm too rude, don't put the blame on me, don't put the blame on me. Давай, давай, не хвилюсь. Меня зовут Мариям Герасименко, я из Беларуси, город Минск. Ух ты! Спасибо вам, что вы приехали. Я не могу сказать, что это было безукоризненное выступление, по-честному. Вас все время как-то бросало из стороны в сторону. Волнение. Волнение было ужасное. Но все равно мне очень понравился ваш голос, и у вас была борьба с собой, и спасибо. Вы себя победили, да. Спасибо огромное. Я благодарен вам за драматургию. Вот. То есть вы показали, что человек всего лишь человек, да, но он может быть и невероятно сильным, да, каким вы были, и очень слабым и хрупким, как вы сделали это в финале. Это просто потрясающе. Вы очень одаренный человек. Спасибо. Теперь вам придется выбирать. Три прекрасных, талантливых коня. Тренера. Декабрь, январь, «Голос Украины». Трое профессиональных музыкантов. Эти люди хотят вас в свою команду. Они готовы бороться за вас.
Поэтому подумайте очень хорошо, и для чего вы сегодня здесь, в Киеве, почему, зачем. Сделайте свой выбор. Он очень важный, иногда судьбоносный. Я очень хочу, чтобы вы пошли ко мне в команду. Бывают артисты, которые выходят, поют очень красиво, но они мертвые, я так говорю. Они мертвые. Вы абсолютно живой человек. Вы переживаете то, что говорите, каждое слово. Вы тот человек, который нужен мне. Спасибо. Уговаривает, соблазняет. Идти к нему в команду. А ты бы не соблазнила. Я бы тоже очень хотела, чтобы вы пошли ко мне, потому что мне близка позиция, что все мы просто люди на этой земле. Ошибаемся, жалеем, но стараемся исправиться. И мне очень нравится ваш голос, ваш тембр. Поэтому решайте, решайтесь. Спасибо большое. А я вас тоже хочу пригласить в свою команду, только я вам скажу еще одну такую штуку. Вы когда поете, вы более откровенная, чем когда вы разговариваете, стоите. Ну, возможно, через музыку легче открыться. Вы закрыты, я не могу вас прочитать и не лезу в вашу личную... Мы с вами еще не настолько знакомы. Давайте познакомимся поближе. Давайте познакомимся поближе в моей команде. Я вас научу быть интересной и без песни. Ой, да, спасибо. Вы можете быть такой. Вы очень красивая девушка, это подкупает. Смотри, что делает. Леш, ну другие. Ну, тебе нужны другие. Because we are not human after all. Час убирати? Да, барабанную дробь. Ваш вердикт. Спасибо, что вы повернулись. Я хочу сказать, что, Джамала, когда я услышала, как вы поете, я, на самом деле, наверное, никогда не встречала такого тембра и голоса, как у вас. Спасибо. И я приму за честь, если вы возьмете меня в свою команду. Здорово. Спасибо. Ну и хорошо. Спасибо огромное. Вот и хорошо. Удачи вам, да. До встречи. Ну. Спасибо. Ура! Куда? Ура! Ну, прости, Сереж. Да нет, ты чего? Я аплодирую, ура, ура! Эй! Я аплодирую нашим тренерам. Тепер тільки вперед, це тільки перша перемога. Я готова приїхати в Київ даже. А, так? Да. Ну, ласкаво просимо до України, ласкаво просимо «Голос України». Спасибо. До зустрічі в наступних етапах. От якщо ти відкроєш її, от якщо ти розставиш, це буде дополнительний бонус к її прекрасному вокалу. Ти правильно сказала, але бачиш, пісня була більш відкрита. Чому? А де твій свісток взагалі? Ти знаєш, що говорять? Тренер голосу. Тренер. Ти ніколи не задумувався про це? Так ти тренер. Тренер голосу. Голос. Аф. Поехали.